Мы в Семаковском пруду. И вот я вижу, не знаю, видно будет или нет. Тут плавает нырковая. У ней три утенка. Вот скрылась где-то, не знаю, где ее искать. А вот дальше туда видно маленький. И вот здесь вот он маленький один. Вот он, около самой это. И около нее один маленький, три. Коршун летает не зря. Вон. Они нырять-то ныряют, но выныривают. Камышей нету. И они вон слышат, что тут я говорю. И плывут ближе к деревьям, которые на дамбе. Но это далековато, я приближаю. Так что она на нас почти не реагирует. Почему взрослая одна? Тоже непонятно. Самое несправедливое, что я знаю на земле, это действия людей против утки. Ничем она не виновата. Она не как грач. Она не портит ни подсолнухи, ни черемуху. Она в воде. Ее искать легко. Грачей тучи у нас здесь. Ну, речь идет о многих миллионах. И ни одного выстрела. Почему? А это нигде, только на воде. Она водоплавающая. И вот ее здесь ловят, вылавливают. Стреляют, бьют. Вот они, парочки. Мне до слез жалко. Патронами буквально все усыпано. Ждут, не дождутся. И ему что? Да мне там еще и нету, как говорится. Тряпки одни. Старые бабки тряпки. Так и это. Я не вижу, где она. Вот здесь, наверное, вот это вот. Больше не приближает. Она к ветке, а она дальше туда. Вот идет, видно, около нее нырнул, нету. Вот он должен вынырнуть где-то. Она сохраняет. Чем она виновата? Что, куда? Стрельба по уткам. Она еще плохо сделала. Она ни в огород не попадает, ни на складах. Нигде ничего не портит. Кряква. Разные, разницы нет, стреляют подряд. И притом не голодные люди. Деньги такие платят за членские взносы. Несправедливость. Я уткам наговариваю. 1 сентября приближается. Все идут в школу. А люди готовят на тебя убийцу. Убийцы, убийцы везде против утки. Вот так поступали с христианами первые. Самые лучшие люди на земле. Даже врагов любят. Нет, эдикт за эдиктом. Книги найдены, казнь, отобрать. И по всему миру это и сейчас точно так же. Показывают распятое, то другое. Иероглифы записаны там разные, гонят. Гонят в разных исламских государствах. Вешают, поджигают, и все это снимают, показывают. Чем люди провинились? Что верят в Спасителя, который умер за них. А он не умер по их. Иса не умер. Ну, не умер даже. И что? Зачем же умерщвлять людей-то? Пытки разные. Вот я сейчас говорю, и они тихо, не слышно. Это далеко. А около нее нету третьего. Вот-вот вынырнет. Вон он рядом появился. Я его вижу. Приблизить ближе нельзя. А эти рядом. Еще двое. Помоги, Господи, спаси. Вопиющая несправедливость, страшная несправедливость. Помилуй и прости, Господи. Это на утках только смотреть так. Это сегодня у нас 25 июля 2022 года, поселок Потеряевка. И мы здесь вот копаемся, делаем. Я с Виталием Калинниковым. Вот он работает. А как же вы тогда его прогоняли? А так человек изменился. Очень даже сильно изменился. Сейчас будет селить сено.
И вот эта дамбочка будет удерживать воду, чтобы дальше она никуда не шла, а только по руслу. А по руслу там дальше на выходе сегодня прокопали мы. Не знаю, видно или не видно. Ничего не видно. Я здесь копаю, вот сейчас подойду, буду копать.